хочу рассказать тебе о моем любимом месте в Москве. Уверен, ты о нем еще не слышал. Это закрытый от чужих глаз, окруженный водой полуостров. Прогуливаясь по его живописным набережным, ты захочешь остаться тут навсегда. Здесь есть все, что только возможно. От детских садов и школ до театров и собственных парков. Есть даже свой Эрмитаж. Это тихое и безопасное место строили лучшие архитекторы со всего мира. Здесь действительно хочется жить. Привет. Тебе соли не найдется? А то у меня закончилось. Вообще-то у нас хорошо. Ирина. Тимур. Очень приятно. Очень.